На ваших экранах Ксения Мустафаева из Франции, представительница Франции. Очень красивая, изящная девочка. Музыкальная, эмоциональная. Очень с красивой амплитудой движений. С красивыми высокими прыжками. Важны перекаты до работы с мячом, чтобы мяч не был обычным приложением, чтобы он не лежал мертвым грузом на руке, а чтобы гимнастка без конца делала всяческие перекаты, чтобы мяч находился в движении. Да, передачи, отбивы, восьмерки. Российские гимнастки выполняют этот элемент, но вот Ксения тоже. Ну, потому что не у всех есть такая растяжка и гибкость, чтобы выполнить. Это, безусловно, сложнейший элемент. Очень неплохо. Неплохо, да, очень.